Эфир телеканала «Беларусь 4» продолжает де-факто. В студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Не помогли ни светофор, ни звуковая сигнализация, ни экстренное торможение. В Светлогорске тепловоз сбил мужчину на ЖД-переезде. Инцидент произошел в полдень на улице Социалистической. Резервный тепловоз двигался со стороны Жлобина. В этот момент пожилой мужчина переходил железнодорожные пути, хотя переезд был закрыт. С двух сторон ожидали автомобили. Когда машинист заметил на переезде пешехода, он подавал ему звуковые сигналы. Однако у пенсионера были значительные проблемы со слухом, и, возможно, это способствовало совершению трагедии. Несмотря на то, что машинист применил экстренное торможение, наезда избежать не удалось. Мужчина скончался на месте. Трагедии закончились и два пожара в регионе. Так, в Мозырском районе возгорание дома и сарая произошло в деревне Акулинка. К моменту приезда спасателей строения уже догорали. На месте пепелища был найден труп хозяина. В этот же день горел и дом в Жлобинском районе в деревне Прибудок. Обычная чугунная батарея в одной из квартир Мозыря стала причиной приезда спасателей. Как оказалось, во время игры ребенок засунул руку между секциями радиатора отопления. Выбраться самостоятельно мальчику не удалось. МЧС при помощи специального инструмента руку ребенка освободили. Ребенок не пострадал, в госпитализации не нуждался. Относительно спокойной была обстановка на дорогах региона. По информации областной ГАИ, зарегистрировано 65 дорожно-транспортных происшествий, в которых, к счастью, никто не пострадал. Самым распространенным видом нарушения среди водителей является нарушение скоростных режимов. Так, за предвыходные и выходные дни было зарегистрировано 139 фактов нарушения. На втором месте находится непредоставление преимущества движения пешеходов. 119 фактов. Кроме того, водители забывали пристегнуться, и, как это ни странно, некоторые все еще продолжают ездить на летней резине. Непреобутых оказалось почти 5 десятков автомобилей. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я, Алексей Немкевич, благодарю за внимание. До свидания.